мне предстоит делать декупаж шкафа. Буду делать в стиле шиби-шик. И для этого я решила рисунок сделать на шкафу из роз. Я буду составлять этот рисунок из отдельных фрагментов, которые буду брать из разных салфеток. Я беру для работы обыкновенные салфетки, повторяющиеся цветы, которые я буду использовать. Я, во-первых, буду не вырезать, а вырывать. У меня здесь стоит стаканчик с водичкой и кисточка. И я буду вокруг аккуратненько проводить этой водой. Мне получился такой фрагмент. И салфетка эта трехслойная, поэтому нам нужно отделить два слоя, оставить только вот один. Вот мы отделяем самый верхний слой. Вот у нас такая розочка осталась. Остальные просто бумага, она нам не нужна, мы ее выбрасываем. Итак, мы выделяем каждый фрагмент, вырываем.